like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, рад вас видеть на канале. В этом видеоролике хочу вам рассказать и показать, как можно сделать баньку размером 3 на 4,5 метра. Банька полностью под ключ, под пар. Осталось только закладывать дрова и можно париться. Также хочу отметить все подробные моменты, как мы строили, какие-то этапы, какие-то советы, фишечки есть в телеграм-канале, ссылку оставлю в описании, переходите. Там же в телеграм-канале я сделаю пост, скажу, сколько вышло по себестоимости. Также, друзья, на эту баньку есть полностью проект, полностью со всей сметой, полностью прям до винтика, сколько на что и каких денег, средств ушло, чтобы построить себе такую у себя дома, если вы будете строить своими руками. Поэтому, друзья, все полезные ссылки есть в описании. Ну а вам я желаю приятного просмотра, потому что ролик очень сочный, очень заряженный, начиная от фундамента, от каркаса, заканчивая полностью подробным пирогом. Как установить печь, проходной узел, как сделать портал, как сделать полки, как сформировать стены. В общем, ролик очень жирный, поэтому прошу вас поддержать лайком и комментом. Ну и желаю вам приятного просмотра. Так что поехали. Так, друзья, ну давайте начнем с того, что у нас банька на минималках, поэтому тут используется доска естественной влажности. Но мы эту доску напилили на пилораме за месяц. Эта доска лежала месяц на прокладочках. Естественная была усушка. То есть доска по факту влажностью там 18-19. Это не свежий пил под 45-50% влажности, когда дюймовки можно убить. Доски тут немного. Взяли на полы 60 на 150. Это будут первые лаги. Это будет обвязка с полом. Но по факту доска... Доску можно использовать 50 на 150. Я в проекте также это указал. То есть мы взяли просто с небольшим запасом, потому что первый опыт на проливных полах. Поэтому все-таки можно использовать 50 на 150. Так, напиливаем все заготовки. У нас сначала идет подготовка. Это обвязка с встроенным. В обвязке будет встроенный проливной пол, а потом уже лаги пола. Поэтому сначала делаем обвязку. Обвязка делается пакетом досок. Находим центр и устанавливаем доски. У нас периметр делается примерно 2,5 на 4,5 метра, а сам размер баньки будет 3 на 4,5. Итак, сначала устанавливаем первый ряд лаг пола. Обратите внимание, они у нас запилены под наклоном к центру. Таким образом, вся водичка будет скапливаться в середине этого проливного пола, а в середине будет желоб. Дальше увидите. То есть мы от края взяли 1 сантим, а в центре у нас углубление на 5. Таким образом, черновой пол получается сечением, я не знаю как, в начале 14, а в середине 10. И крепим все на саморезы 6 на 90. Потом, конечно, мы все пробьем 90 гвоздями. Но сначала надо четко сделать разметку. Вот сейчас на видео, кстати, видно, как в центре уже установлена канализация. Это 110-я труба, через бабышки зажата, закреплена. Именно туда вся вода будет уходить. А какие-то капли, которые будут оставаться в центре, они спокойно будут выветриваться, продуваться. Потому что, когда мы будем делать лаги пола, там будет еще зазорчик. Ну, в общем, увидите. Расставляем все лаги чернового пола под размерчик, под листы ОСБ и крепим. Далее мы прикручиваем рейку. По факту я рекомендую использовать брусок. Это рейки, которые будут держать утеплитель. Далее поймете почему.
Лучше, конечно, использовать брусок 45 на 45, если мы строим из сухой строганной доски. Если мы строим из обычного бруска, то это 50 на 50. У него будет побольше жесткости в опоре утеплителя. Обзорчик, конечно, снимаем, чтобы не было никаких червячков, жучков. Хоть и бюджетно строим, но все равно обращаем на это внимание. Рейку мы сначала закрутили на пару саморезов, а потом прокрутим, пробьем все на гвозди. И также обратите внимание, что рейка крутится с зазором в 5 сантимов и также под наклончиком, чтобы у нас был наклон с двух сторон ближе к центру. Как только все прокрутили, пробиваем гвоздями. У нас будет утепляться пол. Утепляться пол будет пеноплексом Comfort 50 мм. Почему такое решение? Во-первых, этот утеплитель, пеноплекс, он имеет нулевое водопоглощение. То есть он не боится воды. Так как баньку мы за один день под крышу не поставим и даже за два дня не поставим, а у нас погода очень разная, то дождь, то снег. Поэтому этот утеплитель идеален в этом использовании. Это раз. Во-вторых, банька, пол, именно проливной пол, надо делать сразу. Потому что даже если мы соберем каркас, мы потом просто не сможем сделать этот проливной пол. Поэтому пеноплекс тут идеальный утеплитель. Если бы мы утепляли этот пол ватой, то, конечно, вата могла бы намокнуть. Плюс нам надо использовать дополнительные всякие пленки ветра, пара. Но и опять же, так как мы делаем проливной пол, у нас сюда утеплитель минеральный не подойдет. Тут идеально использовать пеноплекс. Помимо того, что этот утеплитель имеет нулевое водопоглощение, он сам по себе прочный, он долговечный, с ним легко работать и он биостойкий. То есть даже если попадет на него водичка, в нем не будет развиваться бактерии, грибов, растений, а это очень важно, особенно при устройстве проливного пола. Более подробно, конечно, можете зайти на сайт, почитать, узнать, что, как, чего, то есть все полезные ссылки я всегда оставляю в описании под роликом. Как только уложили весь пеноплекс и пока еще монтажная пена не застыла, сразу накидываем 9-е ОСБ. Тут надо 4 листа. Это будет опять же подготовка под будущий настил проливного пола. Полы у нас получились довольно жесткие, по ним можно спокойно ходить. Далее мы весь этот пол закатали в гидроизоляцию и начали собирать лаги пола. Шаг у нас тут классический, простой, чтобы было все максимально жестко. Крутим на саморезы 6 на 90, длина лаги тут уже около 3 метров. Все я указал в проекте, кто захочет взять проект, там все понятно, там прям целая инструкция, как можно построить баньку в одну каску и не обязательно такого размера. Лаги пола у нас готовы, можно размечать стенки. Сначала собираем две боковушки. Они у нас глухие, стандартные, классические, они у нас одинаковые. По сути, это нижняя обвязка, верхняя обвязка и стойки. Стойки шагом 590, а где эркер, там будет двойная стойка, чтобы позволяла отделку производить как и внутри, так и снаружи. Собираем две стенки, выставляем диагонали, впиливаем укосину, все пробиваем гвоздями и поднимаем. Далее, сначала собираем центральный прогон, ставим две стойки и ставим коня. Конь у нас с выступом, так как у нас спереди будет небольшой выступ. Также добавляем по две доски на левую и правую стенку на ребро. В них будет упираться стропильная система. Далее, размечаем стропильную систему. Ее лучше размечать по месту. Прикладываем к левой стенке и к центральному коню. Чертим линии и напиливаем все стропильные ноги. Это намного лучше, это намного точнее, и все соединения будут плотными. Далее закидываем стропильные ноги. У нас с одной стороны упирается она в лобовую доску, а с другой в центрального коня. Все крепим на саморезы 6 на 90, а потом еще прошьем все гвоздями. Такая крыша добротная, надежная, каждая стропильная нога упирается либо в коня, либо в стенку. Все будет жестко и хорошо. Как только сделали стропильную систему, можно собирать переднюю и заднюю стенку. Для этого сначала мы крепим верхнюю обвязку стены, прямо к стропильной ноге. Также уже внизу под ногами закреплена нижняя обвязка,
стены, а потом просто ставим стойки с шагом 590, если у нас глухая стенка, и отчерчиваем линии по месту под наклоном, чтобы нам сразу запилить четко все стойки и поставить их на свое место. Как только каркас у нас готов, начинаем делать фасадные работы. В первую очередь это раскатываем ветрозащитную мембрану. После ветрозащитной мембраны у нас идет вентзазор. Тут бюджетненько используется рейка 25 на 50. Это прям самый минимум. Вентзазор обязательно нужен. Конечно, лучше использовать брусок, но вы выбираете уже то, что вам нужно. Дальше по вентзазору идет обрешетка, так как у нас левая и правая стенка и крыша будет в гибкую черепицу. А под гибкую черепицу нужна подготовка плита ОСБ. Поэтому обрешетку делаем под шаг ОСБ. И у нас, кстати, пошел снег. Удивительно, в марте. ОСБ крепим с шахматкой в разбежку с зазорами 4-5 мм, крепим все на 32 гвоздь. На крышу подкинули подкладочный ковер с выпуском на стену и начали бить гибкую черепицу. Тут используется обычная однослойка, цвет коричневый. Я считаю, это отличное решение, недорого, как вообще за копейки можно сделать фасад. Это реально вот кровельные черепицы, потому что если посчитать даже в деньгах, то у вас по сути ОСБ плюс черепица выходит где-то примерно 600 рублей квадратный метр. Это если будете делать сами. Дешевле материал это, наверное, только ОСБ-ху покрасить в какую-нибудь краску, и то это надолго не хватит. А тут один раз сделал и забыл. Как только начали заканчивать коробку, внешку, я завез материала на отделку. Задняя стенка и передняя у нас будет из имитации бруса. Внутри у нас будет липа Ашка, это уже банька, где тамбур, это вагоночка Ашка сосна. Также досочка сухая строганная, тридцаточка на полы. Также завез все необходимое для печки. Тут у нас сама печка, это прям тигр в клетке. Амур ковка 18 кубометров. Ну и также всякие расходки. А пока мы утепляем все стены. Утепление тут 100 мм, это каменная вата. Сразу утепляем соткой. Пока двое работают внутри, мы работаем снаружи. Начинаем шить имитацию бруса. Имитация бруса тут 135, толщина 16, АБшечка. Сразу крутим на саморезы 55, желтые по 2 штуки. Как только сделали заднюю часть, потом сформировали перед. Поставили дверку. Дверка тут простая, балконная, но на трех петлях. Ну и, конечно, глухое окно. Да-да, в парной пластиковое глухое окно. После того, как утеплили все стены, все проклеили фольгой. Тут фольга на крафт бумаги, все стыки проклеены алюминиевым скотчем. Также установлено окошко небольшое для залпового проветривания в парной. Также начали бить обрешетку. Тут будет два направления отделки. Где-то будет вертикально, где-то горизонтально. Поэтому обрешетка выполнена в разных направлениях.
Снаружи у нас уже домик готов и выглядит уже довольно достойно. Далее, пока погода дает добро, надо прокалить печь, чтобы сжечь, скажем, транспортировочную смазку, немножко сам металл обжечь, ну и когда эту печку будут запускать в баньке, чтобы было меньше запахов. Печка тут Амур 18 от компании «Эволюция тепла». Печь стальная, вверху имеется крестовина, которая разогревает камни дымовыми газами намного быстрее и до более высоких температур. Также в топке двойные стенки с прослойкой металла по 5 мм. В сумме получаем 10. Когда первый слой испортится, начнет работать второй. И также это защита от возможного перетопа. То есть печь прям подходит для активных банщиков, прям для ярых. Далее, прежде чем делать отделку, надо раскидать электрику. Тут термостойкий кабель. Это специально. На отделку мы тут применяем липу ашку. Хотели сначала сэкономить, взять осину ашку, но она совсем стрёмная была в продаже, поэтому все-таки решили взять чуть получше. У нас тут много попалось досочек вообще без сучков, по факту это экстра, но есть. И с сучками, как и должны быть, но вид очень сочный. Крепили мы эту липу на финишный гвоздь 16 га. Отделочка потихоньку вырисовывается, все четко, красиво, аккуратно. У нас тут стеночки будут и горизонтально, и вертикально. Сразу начали делать отделку из угла, это самый просматриваемый угол. Поэтому тут должно быть все максимально ровно и красиво. Вертикально липу монтировать очень удобно, меньше остатков, и сам скос получается очень сочный. Далее, чтобы заняться печкой, надо сначала сделать пол. Обязательно его пылесосим, наводим марафет, именно проливной пол. А потом монтируем чистовой. На чистовой используется доска 28х96, сухая, строганная. Монтируем в лицо на желтый саморез. Делаем зазор с помощью угольника. Это примерно 5 мм. Дальше доделал пол. Сначала сформировали все досочки вокруг поддона. Тут постарались максимально ровно подрезать. Затем остаток пола собрали щитами, чтобы можно было обслуживать проливной пол. Вдруг упадет какая-то цепочка, вдруг завалится листва. То есть всегда можно поднять пару поддончиков и все обслужить. Ну и потом начал заниматься печкой. Сразу сделали разметку, где у нас будет дымоход. Тут вам в помощь самый простой отвес. Это саморез, нитка и какой-нибудь грузик. Таким образом можно четко определить расположение дымохода. Ну и конечно важно, друзья, чтобы дымоход выходил между стропильных ног. Старайтесь вообще заранее это учитывать. Переходим к установке печи. Тут надо все по порядку, сочно и прям вот правильно. Первое. Кидаю базальтовый картон. Далее. На базальтовый картон укладываю плиту не горючую, не мерит. У нас она в цвет кирпича. Что было на рынке, то и купили. Можно вообще обычную. Это чуть подороже, которая в дизайне. Далее, на плиту немерит я укладываю слой печного кирпича. Это все делается для того, чтобы от печки максимально обезопасить передачу тепла на полы, чтобы их не закоптить. Далее, на эти кирпичи устанавливаем печь.
Установили печь, сделали отвес, определили, где у нас выходит дымоход между стропил, приложили крышку ППУ, потолочно-проходного узла, и сделали разметку этого квадрата. Далее убираем крышку потолочного узла, берем в руки либо брусочек, либо рейку, либо, как я, уровень или дощечку, и делаем этот квадрат на 2-3 сантиметра меньше, потому что когда мы сделаем проходной узел, мы захлопнем этой крышкой, и нам крышку надо прикрутить. Это важно. Далее беру в руки мини-пилу и вырезаю все отверстие. Убираю вагонку, убираю фольгу, убираю утеплитель, разрезаю обрешетку ОСБ и попадаю на крышу. Далее занимаемся потолочно-проходным узлом. Мы сначала формируем коробку. То есть можно взять вагонку, доски, обрезки, что у вас осталось. Надо сделать опалубку такую деревянную. Это место надо максимально обезопасить. Сначала стреляю на скобы, а потом на предшайбу базальтовый картон. Также базальтовый картон пойдет у нас в портал. Тут две стойки от печи на расстоянии 20 сантиметров. Эти деревянные стойки также надо обезопасить. Стреляю на степлер базальтовый картон. Далее собираю весь пирог. На печку устанавливаю бак из нержавейки на 63 литра. Далее идет шибер. Далее идет переход. Чтобы ваша баня была максимально безопасна, служила долгие годы, надо правильно выбирать дымоход. Дымоход тут уникальный. Это эвоход. Он из нержавейки. Наполнитель здесь перлит. Он выдерживает больше 1200 градусов и не спекается со временем. Сохраняет стабильную плотность изоляции. Оболочка имеет крепкие швы, стык в стык. Тут работала ТИК-сварка, это самый надежный вариант. А самое приятное, это герметичная стыковка элементов. Труба вставляется довольно плотно и жестко. Нету никаких зазоров, все прям очень четко. Для сравнения, на моей баньке такой же дымоход. А тут у нас банька бюджетная. И видите, тут тоже мы не экономим. Тут надо делать все грамотно. Установили дымоход. Поставили крышку ППУ и закрутили на саморезы. Залезаем на крышу и занимаемся проходным узлом.
пустоту, свободное место, я неплотно, прям воздушно укладываю негорючую базальтовую вату. Прям воздушно, не трамбую. Далее подготавливаю мастер флэш, промазываю кровельным герметиком аж в два ряда жирненько вокруг по периметру, опускаю мастер флэш и креплю все на кровельные саморезы. Теперь осталось поставить только дефлектор, и по факту можно разжигать печь. У нас полностью готовый проходной узел. Грамотный, надежный, безопасный. Далее по-быстрому собрал небольшой щиток. Тут в одной автомат двухполюсной, который будет разрывать ноль и фазу, и пару автоматов, один на розетке, второй на выключателе. Теперь занимаемся порталом. Саму топку я обернул в калиновую вату. Она выдерживает бешеные температуры. Это опять же к дополнению о безопасности в степичи. Спереди заложил пустоту негорючей базальтовой ватой и также аккуратно стал подрезать и крепить негорючие плиты. Они у нас в кирпичиках, получится очень надежно. Еще, кстати, портал можно сделать из печного кирпича. Да, это дороже, нужно заранее продумывать основание, чтобы все было пожестче, хороший фундамент, так как этот портал даст свою большую нагрузку на одну точку. Далее установил щиток и тамбур закатали в евровагонку. Подключил светильники, повесил абажуры. Далее стал собирать полки. На каркас тут использую брусок сухой строганный 50 на 50, нарезаю по размеру. Длина и ширина полка выполнена по просьбам заказчика. Ширина у нас, кстати, получилась где-то 800 миллиметров, а длина получилась около 1,85 м. Собрав раму полка, прикручиваем к двум стенам на высоте примерно 80 сантиметров. Делаем дополнительные опоры. Весь каркас собран на желтые саморезы 102 мм. А затем закрепляем полки. Крепим все изнутри. Учитывайте длину самореза, чтобы он не вышел снаружи. Таким образом мы получим аккуратный полок, красивый, с внутренним крепежом. Как только внутренние работы были закончены, переходим на внешку. Доделываем террасу и лобовую доску. Далее сделал летний водопровод. Через стену прошел сгоном и поставил быстросъем. И можно разжигать печь. Но сначала надо заполнить бак водой.
Запомните, нельзя разжигать печь с пустым баком. Закидываем дровишек, поджигаем, растапливаем печку. С улицы вид просто бомбический, как будто заработал мини-танкер или мини-фабрика. С улицы вид стал просто бомбическим. Ну и можно немножко подвести итог. Во-первых, не спешите бомбить в комментах. Я знаю, что много умников, много диванных экспертов. Самое главное правило берем за то, что банька у нас на минималках. Минимальный бюджет, берем минимальные, хорошие, добротные материалы, чтобы получить себе хорошую полноценную баньку, которая будет радовать не один десяток лет. Но можно немножко пофантазировать, да, я сейчас выскажу свое мнение, вы можете добавить чуть в комментах, что можно улучшить и доработать. В первую очередь у меня сразу возникает, ну, желание поставить эту баньку на винтовые сваи, хотя бы самые тонкие 76-е, 6, там 8 штук, чтобы она стояла в уровень, потому что когда мы уже поставили печь, нагрузили камней, добавили веса, но сейчас лето, грунт у нас жесткий, но весна-осень она будет играть, потому что есть большая нагрузка. Это, наверное, такой первый важный момент, чтобы я вот точно улучшил в этой баньке. Понятно, что фундамент сваи, это сразу плюс 50 тысяч минимум, то есть уже сюда допрыгивается. Второе. У нас есть арка, эркер. Это классно, это как лавочка, можно посидеть, отдохнуть, поставить цветы, горшки, то есть там подсветку. Но мне прям хочется вот эту арку увеличить хотя бы метра на два, чтобы вот тут получился такой кармашек, и это будет, по сути, полноценная терраса, закрытая. То есть можно поставить столик, пару этих стульчиков, лавочку или какой-нибудь лежак, и у нас будет такая терраска. Да, это увеличивает бюджет, у нас сразу прилетает там куб доски, сразу прилетает обрешетка, кровля, плюс террасный настил, плюс если ее ставить там на 2 метра, у нас еще добавляется 4 сваи. То есть бюджет сразу прилетает, ну, соточка смело, я думаю, если делать это все своими руками. А так, конечно, террасочка сюда просится, но это прям кайф. Третий момент, наверное, чтобы я улучшил, но опять же, при условии, что у нас банька стоит на фундаменте хорошем, на винтовых сваях, наверное, все-таки я выложил бы портал печной из, ну, печного камня, да, то есть это еще круче, это еще больше безопасности, то есть, ну и плюс вид, да, то есть уже можно не панелями как-то отделывать, а именно можно из кирпича выложить. Самый простой можно купить там по 30 рублей за кирпичик, то есть по сути его уйдет там со смесью, ну, 5000 рублей, да. Понятно, что если делать самому, это нормально, работа будет стоить еще там пятак плюс-минус там 10 тысяч. Но будет это посимпатичней. Дальше можно поиграть по планировке. Это хотелка заказчика, ему виднее, как ему удобнее, да. Мне почему-то напрашивалась перегородка просто по прямой. То есть у нас по прямой перегородка, у нас вход, стеклянная дверь ближе к стенке, в парную. То есть ты выходишь из парной, открываешь дверь, у тебя есть небольшая арочка, проход в тамбур, а по прямой у тебя зонирование душевая, да? То есть можно подвести воду, можно поставить бак, если баня позиционируется на лето, зимой, допустим, воду сливать, да? То есть у нас полный бак залит водой. От погоды он нагревается, водичка такая лайтовая, прохладненькая, не ледяная. И ты спокойно вышел из парной, сразу по прямой в душ, открыл кран, охладился, все. И ты можешь выходить на террасочку, да, у тебя полотенечко висит рядом. То есть тоже такой вариант можно рассмотреть, я думаю, это удобно. По парной, в принципе, все окей, полок у нас встал практически 80 сантиметров. Длина у нас она 185 сантиметров.
Можно было сделать больше, но тогда мы немножко обрезали бы окно. Тогда бы пришлось бы импровизировать с окошком, либо его сдвигать еще ближе. Тоже это позволяет у нас планировочка. Либо вообще его переносить на сторону полка, чтобы видеть, допустим, сторону леса. Но тут уже зависит от логистики, от расположения участка, да, как у вас он стоит на участке. В остальном, я считаю, все добротно, все прям конфетка. Можно, конечно, заморочиться, опять же, это увеличение бюджета, да. Если у вас стоит банька на сваях, можно было уйти от сухой строганной доски и проливного пола, да. Можно было положить там слой ЦСП, закатать в плиточку, сделать небольшой уклончик, поставить в центре трап и общую каналюгу. Это будет лучше, намного лучше, чем проливные полы. Но это, опять же, увеличивает бюджет. Нам нужен листовой материал, нам клей, нам плитка нужна, нам нужен трап, нормальный приемник, который может принять на себя сходу ведро воды. И уже понадобится деревянный настил на эту плитку, чтобы, не дай бог, поскользнуться. То есть улучшать можно до бесконечности, да, и вот меня, пока мы строили, в телеге писали советы: Сергей, а что вы это не сделали, а почему вы это не сделали? Друзья, себе вы построите всегда лучше, как хотите, что хотите, может кто-то будет абаш использовать в парной, да, кто-то там вообще сосной забьет стены, поэтому тут надо смотреть, что мы имеем за данную цену, если будем делать своими руками. И уже можно конвектировать, да, что можно убрать. Может, кому-то не нужны пластиковые окна. Парная не будет разгоняться выше 60 градусов, поэтому у кого бомбит за пластиковое окно, я был даже в коммерческих банях, стоят пластиковые окна, и я бы даже себе на сегодня сделал вообще окно бы в баню 2 на 2 метра. Это мое мнение, вы можете слушать мнение других или там насмотреться в интернете, что окна нельзя пластиковые ставить в баню. Можно, при условии, что у вас русская баня, а не сушка в 120 градусов, вы сидите там, краснеете. Да там все расплавится, конечно. Поэтому тут много мнений, каждый хочет, как он хочет. Поэтому вам еще раз говорю спасибо за просмотр. Много полезной инфы есть в телеграм-канале, друзья. Залетайте, есть пост с себестоимостью. По ссылке в описании под роликом много полезных ссылок. Есть проект на эту баньку. Переходите, ознакомливайтесь. Ну а вам я говорю еще раз спасибо за просмотр. С вас лайк, подписка, комментарий. И мы увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.